Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня пятый день, как у нас прошел дождь в зимнее время. Сейчас у нас зима, сегодня ноябрь, 27 число. Спускаюсь к дереву, к сломанному дереву. Сперва здесь было сломано только одно дерево, сейчас уже вот. Здесь лежат еще много деревьев. Здесь находиться, конечно, очень опасно. Может в любое время лед падать. И вместе могут ломаться деревья. Сейчас уже очень много сломанных деревьев. Вот смотрите, еще здесь. Я снимал 3 дня назад. Тогда такого не было. Очень плохая ситуация. Конечно, этим деревьям человек не может помочь, потому что здесь только если костер завести не получится, потому что здесь много деревьев и все это не согреешь. Только может помочь природа, сама природа, чтобы все этот лед убрать, надо солнце надо. Вот такой ситуации здесь раньше, когда я приходил сюда, не было. Сейчас еще хуже стало. Вот как раз здесь мои следы, я здесь проходил. Здесь только была сломана одна ветка, сейчас очень много веток, уже большие. Огромные ветки сломаны. Смотрите. Вот идем дальше. Тоже плохая ситуация. Смотрите, лед какой толщины. Показываю с близкого расстояния. Это, конечно, удержать такую тяжесть очень сложно для деревьев. И поэтому здесь человек никак не может помочь этим деревьям. Только сама природа. Везде-везде сломаны ветки. Вот я вчера выходил на улицу. Передо мной сломалась одна ветка, большая ветка. Вот поэтому внизу этих деревьев находиться очень опасно. Может в любое время сломаться, потому что сегодня 11 градусов мороза уже на улице, холодно. Вот я хочу показать, как обстоят дела с деревьями. Уже снимаю, наблюдаю несколько дней. Такой ситуации сперва не было. Вот смотрите, ужасно, ужасно, очень плохо. Конечно, дорогие друзья, не забудем ставить лайки, подписываться. Я обязательно покажу обзор, как будет потом обстоять дела с этими деревьями. Подписывайтесь, узнавайте, оставайтесь на связи. Сейчас мы подходим еще к одному большому дереву. Здесь ситуация вообще плохая. Мне сказали, иди сними, тебе будет хороший материал. Вот. Мне сказали, что это все сломалось после этих дождей. Тут вообще ужасно. Конечно, дерево старое. Тут ситуация вообще плохая. Вот смотрите, дерево само
очень старые. И поэтому этот лед не смог, наверное, выдержать. Здесь рядом тоже вон поломанные ветки есть, даже большие ветки сломались. Вот так у нас обстоят дела. Пока на сегодня. Вот показываю самые лучшие моменты нашей природы. Вот смотрите, дорогие друзья. Вот это я снимал 3 дня назад. Здесь было очень мало веток. Сегодня уже здесь целый лес. Наверху тоже сломанные деревья. Тут находиться очень опасно. Вон сверху поломался ветка. Рядом с этими деревьями стоять или проходить опасно. Сколько поломанных веток уже. Вот так, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, узнавайте новости. С вами был автор канала Сергей Расмов. Всем пока. До новых встреч.